Меня зовут Аня Андржиевская, я художница, родилась в городе Пермь, но большую часть жизни прожила в Санкт-Петербурге. Я уехала туда 18 лет учиться в художественно-промышленную академию имени Штиглица и так и не вернулась домой. Когда мне было 15-16 лет, мы с подругами прочитали книжку «Жажда жизни» Ван Гога и восприняли ее как руководство к действию. Мы решили поехать в Петербург и поступать в разные художественные вузы. Так, собственно, все началось и продолжается. Мне кажется, что мое направление визуально близко к сюрреализму, но сюрреализм уже давно закончился. Появляется такое направление, определение как метамодернизм. Возможно, я принадлежу к нему, и мне бы не хотелось свое искусство загонять в рамки одного жанра. В резиденции представлены две мои работы из последней серии. Они посвящены опыту миграции и про то, как мигрант пытается ассимилироваться в новом месте, часто копирует происходящее формально. И это получается немного странно. И, собственно, про вот такие как бы странности, ностальгию мое последнее искусство. У меня был очень забавный случай, связанный с цензурой. Мою работу сняли с выставки буквально за 2 часа до открытия. Это была очень смешная выставка про Льва Толстого. У меня был такой лев с лицом Льва Толстого, скульптура. Было много не самоцензуры, а страха. Большая стигма в России по поводу обнаженного тела, в том числе женского. Я себе просто даже не давала такой мысли подумать, что, ну, в общем, я это могу сделать, и мне будет комфортно. Сейчас я стараюсь выходить за плоскость холста и больше делать инсталляции. В этом году я планирую провести еще 2 персональных выставки весной.